Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня на распаковке корпус или адаптер для жестких дисков в ноутбук. То есть вместо обычного CD-ROM-а устанавливается вот такой жесткий диск, например. Итак, я его сейчас распакую. Покупал я его в Китае на сайте AliExpress. Стоимость мне обошлась где-то $8 с доставкой. И сейчас посмотрим, что внутри. Так, вот такая коробочка без каких-то надписей. Вот так все запечатано. Здесь есть отвертка в комплекте. Ну и все. Больше ничего нет. Итак, вот такой адаптер. Я покупал для своего ноутбука Dell E6430. Вот здесь имеется вот такая крышечка специально под дизайн ноутбука. Если брать универсальные адаптеры, то здесь просто вот такая ровная полоска черная. И они стоят где-то в два раза дешевле. Сейчас попробую установить жесткий диск. Нужно вытащить вот эту заглушку. Вот так. Все. Вот таким образом устанавливается жесткий диск. И все это дело в ноутбук. Сейчас покажу, как это будет выглядеть в ноутбуке. У меня в ноутбуке вот здесь CD-ROM. Его достаточно просто вытащить нажатием вот на эту кнопочку. Вот так. И вот он вытаскивается. Так, это CD-ROM и вот это адаптер под жесткие диски. Вот если их сравнивать, как видно, очень похоже. Сейчас буду этот адаптер устанавливать вместо CD-ROM. Все. Вот, как видно, стал как родной. На этом, друзья, все.
Всем спасибо за внимание. Ссылочка на данный адаптер будет под этим видео. Кому интересно, можете переходить и покупать. До свидания.